В Архангельске прошел праздник «Спортивная звезда Беломорья». На нем чествовали лучших атлетов и их наставников, достигших наиболее значимых результатов в минувшем сезоне, прославлявших Поморье на всероссийских и международных соревнованиях. Они уже звезды и для себя, и для своих тренеров, и для всего Поморья. Эти молодые люди и девушки в прошедшем году стали победителями региональных, всероссийских и международных состязаний. Еще одна награда для каждого – спортивная звезда Беломорья. Я думаю, это замечательная возможность сказать слова благодарности и от Министерства спорта Архангельской области, от жителей, нашим спортсменам, их труду, их результатам, которые они достигают. Ну и, естественно, дать дополнительный эмоциональный стимул для них, для новых свершений. Труды и результаты действительно впечатляющие. За каждой наградой олимпийское рвение к победе. Софья Ившина – кандидат мастера спорта по конькобежному спорту. Этот год получился, наверное, в моей спортивной карьере самым насыщенным по успехам. Я заняла первое место на зональных соревнованиях, то есть по Северо-Западному федеральному округу. Не только в Вологде, про который я только что рассказала, но и в Санкт-Петербурге. Там я также заняла первое место на дистанции 3000 метров. Вика Харитонова, несмотря на юный возраст, кандидат мастера спорта по шахматам. Ее уже называют юной шахматной королевой. Вика заняла первое место на первенстве России или на первенстве мира по решению задач. Где все это проходило? Первенство России в Сочи, а первенство мира в Грузии. Успех – лишь повод продолжить шахматную карьеру. Выполнить мастер спорта по шахматам. А если говорить о победах? Ну, еще раз съездить на мир и еще раз занять первое место только по классике. Среди награжденных не только титулованные спортсмены, но и те, кого называют надеждой архангельского спорта. Для молодежи сегодня делается многое. Важно отметить, что в 2023 году произойдет существенное увеличение финансирования сферы развития физической культуры и спорта почти на 25%, поэтому еще больше мероприятий, еще больше возможностей для развития спорта на территории нашего региона. Ну и, конечно же, мы понимаем, что развитие спорта тесно связано с развитием спортивной инфраструктуры, поэтому мы дальше продолжим строить, обновлять действующие спортивные объекты. Особые аплодисменты зала получили спортсмены в номинации, где чествовали людей с самым закаленным спортивным характером. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29.